Добрый день, с вами Георгиевская Татьяна. Рада приветствовать вас на канале Тати Гео. Еще один объект, и посмотрите, как он выполнен. Здесь круговое движение, и постарались сделать его тоже достаточно аккуратным, привлекательным, красивым со всех сторон. Здесь недалеко море, и тематика дельфинов очень ценится, распространена. Прямо стая дельфинов. Они как будто в море. Морем у нас здесь выступает газонное покрытие Уганда. Достаточно стойкое, прочное. Здесь оно круглый год зеленое. Дельфины сделаны металлически. Здесь еще геопластика сделана самой территории. Очень интересный момент в ландшафтном дизайне, когда вы можете применить вот эту вот геопластику для вашей территории. То есть не обязательно все должно быть ровно, газон ровный. Видите, как здесь очень интересно и красиво, симпатично, как в форме волн сделана геопластика, покрыто все газонной травой, и дельфины сами ныряют и выныривают. Очень романтично. Как, на ваш взгляд, такая композиция? Все, кто проезжает, обязательно смотрят, останавливаются, фотографируются. И дополняет, посмотрите еще, какой интересный элемент. Это кремового цвета хризантемы высажены. Они тематически тут дополняют и делают такую пенную волну. Дельфины выныривают, плавают, и есть вот этот вот эффект волны набегающей, пенной, как мы в море привыкли видеть. И заметьте, что со всех сторон эта композиция очень выигрышно смотрится. То есть даже по кругу вот так пройдем. Ой, красота какая! А с вами была Георгиевская Татьяна. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я желаю вам красивых композиций на ваших участках. До новых встреч. Пока-пока.